Два слова по Крыму, хотя я говорил раньше, что мы Крым не будем обсуждать в Совете Безопасности, а будем ограничиваться одной цифрой 93% в ходе недавнего опроса общественного мнения, проведенного германским институтом. 93% жителей Крыма высказались в поддержку воссоединения с Россией, еще раз подтвердили свое одобрение этому историческому акту, поэтому нам не нужно ничего доказывать. Но вот в связи с тем, что украинский коллега говорил о своей заботе в отношении жителей Крыма, хочу напомнить, что киевские власти все, что могли, сделали для того, чтобы усложнить жизнь жителям Крыма. То воду перекрывали, то электричество, то еще неизвестно что, то перекрывали доступ. Кстати, последняя новость, они не придумали ничего лучшего, чем заминировать. Положили что-то 40-50 ящиков взрывчатки под мост, через которые люди продолжают переходить между Крымом и территорией Украины. Вот это вот гуманизм, так сказать, киевских властей в его наиболее красочном проявлении. Так что об этом даже не будем больше говорить. Теперь этот вопрос не относится к компетенции Совета Безопасности, но поскольку он упоминался несколько раз, я хотел бы его прокомментировать. Речь идет о Надежде Савченко. Меня не устаю удивляться малой информированностью некоторых коллег по Совету Безопасности. Вот представитель Украины мне, то есть представитель Соединенного Королевства, прошу прощения, посол Лайл Грант задал мне прямой вопрос. Почему арестована Надежда Савченко? Так вы что, газет не читаете, что ли? Она обвиняется в соучастии в убийстве двух российских журналистов. Это очень серьезное обвинение. Мы же с вами все время говорим о том, что журналистов надо оберегать, о том, чтобы не было безнаказанности. Ей предъявлены такие обвинения. Задержание ее вовсе не является незаконным, поскольку оно подтверждено судом по нашему законодательству. Кстати сказать, Европейский суд по правам человека отказался применять в отношении этого дела правило 39 регламента суда, что подтверждает законность и обоснованность содержания этой украинской гражданки под стражей. Совсем странно было слышать требования об освобождении Савченко от представителей Соединенных Штатов. Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не была замечена в гуманизме. В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Они там попытки самоубийства совершают, голодовки объявляют, вы их там насильно кормите, и, так сказать, это все считается нормальным. Я уж не говорю о том, что Соединенные Штаты взяли привычку воровать по всему свету граждан российских, предъявлять им надуманные обвинения, иногда в результате провокаций, учиненных против них американскими спецслужбами, бог знает где, помещать в нечеловеческие условия содержания, выводить на какие-то бутафорские суды на территории Соединенных Штатов и давать чудовищные сроки тюремного заключения, все время подвергая фактически психологическим пыткам в результате бесчеловечного содержания в американских судах. Уверяю вас, дорогие коллеги, я думаю, что вы это многие понимаете, если бы Надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась в Соединенных Штатах, ее судьба была бы предопределенной и печальной. Она бы никогда света белого не увидела. А что касается нашего расследования, то мы исходим из того, что следствие, если понадобится суд, определит ее вину или невиновность. Ну и хочу сказать, что непонятно, на каком основании господин Шиманович использует свой оновский пост для призывов к освобождению Надежды Савченко. Мы считаем, что господин Шиманович просто нарушает статью 100 и 101 Устава Организации Объединенных Наций, который требует обеспечить высокий уровень компетентности и добросовестности персонала и беспристрастность при исполнении им своих обязанностей. Так что, господин Шиманович, если вы захотите сменить место работы, то вы сможете реализовать все свои публицистические таланты. А здесь давайте придерживаться того, что могут или не могут делать представители Организации Объединенных Наций.